Здравствуйте, мои друзья. Веду свой репортаж с улиц нашего поселка. Пошла сегодня на дачу. И там рядом кладбище у нас. Пойду на кладбище. У меня сегодня у мамы день рождения. 79 лет. 12 лет, как ее уже нету. Сестра так и не приезжала. Дочь ее родная сказала, меня боится. А я не понимаю, что меня боятся. Я что, зверь, что ли? Это мне надо ее бояться. Потому что у нее нету. У нее нету ни стыда, ни совести, ни сердца, ни души. Ничего нету. У нее только, видимо, вредные привычки. Ничего святого. У меня хоть есть долг перед родителями. Заботиться об отце, лежачем инвалиде после инсульта. Крест у меня есть. В прямом и в переносном смысле. Несу свой крест. У них, видимо, и креста нету. Это же как надо быть бездушным, ни разу не приехать к отцу, не посмотреть, как он выглядит. Обещали в июле приехать. Говорит, позвонили, сказали, приедем на выходных. Прошло 4 месяца, у них выходных, видимо, так и нету. Так я поняла. Значит, они еще и чести не имеют. Обманывают, врут. Ну ладно, это будет. На их совести останется. Я иду своей дорогой. Знаю свой путь. Доведу отца до конца. Последние годы будет жить у меня в тишине, в сытости, в чистоте, в тепле. Гаснет экран. А вам я желаю благополучия, процветания, здоровья.